Пуховые платки из Волгограда, рыба с Камчатки, рахат-лукум от турецкого кондитера и арабская парфюмерия – все под одной крышей. Гости со всей России съехались в набережные Челны, чтобы представить свой товар, удивить и порадовать жителей города. Всероссийская ярмарка продолжает работу в большом павильоне у гипермаркета «Эссен» на проспекте Ешлек в 65-м комплексе. Покрывала и туники из Ирана восточным узором и отменным качеством привлекают внимание. Расспросить продавцов, примерить, попробовать товар перед покупкой можно и нужно. Да? Это полотенце? Привычные вещи тут обретают необычные формы и становятся практически произведениями искусства. Многие участники ярмарки представляют семейный бизнес и предлагают действительно эксклюзивный товар, который не встретить на полках местных магазинов. В одном месте собрали все, что нужно для дома и семьи. Каждый год сюда прихожу. Много оригинальных товаров, очень интересно, красиво. Например, деревянные конструкторы из Кирова, всевозможные модели техники, дворцы и даже роботы. Все вращается, движется и открывается. Также пользуются вниманием посетителей ярмарки стенды с головными уборами авторской работы и пальто из вальной шерсти с набивными узорами. Не менее богаты и гастрономические ряды. Колбасы, сыры, вот, рыбы очень много, даже мед сладкий очень много. Мясные и рыбные деликатесы, кондитерские изделия из Белоруссии, только халвы 20 видов, большой выбор сухофруктов, цукатов, орехов из Таджикистана и Узбекистана. А израильские лепешки приготавливаются прямо на глазах посетителей. Продукция от 120 предприятий из 35 регионов России ждет челнинцев в павильоне у гипермаркета «Эссен» на проспекте Ешлек в 65-м комплексе до 6 февраля включительно. Ярмарка работает с 10 до 19 часов. Заключительный день 6 февраля до 16:00. Егор Орлов, Андрей Буслаков, Челны-24.